В Люберцах завершаются работы по ремонту дорог. На улице Космонавтов появилась новая полоса движения. Ее проложили за 3 дня. Работы принял глава округа Владимир Ружицкий. Дорожный трафик на улице Космонавтов интенсивный. Раньше практически всегда на данном участке образовывалась пробка. Была всего одна полоса для движения прямо и направо. И те, кто ждал зеленую стрелку, задерживали поток. Теперь для поворота выделили отдельную полосу. Здесь поворот на улицу Южная. И понятно, что правый поворот. И здесь всегда пробки, скопления. И было много жалоб. И было принято решение эту дорогу, по сути, на один ряд расширить. Такое же расширение сделали по улице электрификации. Такие локальные решения, они позволяют каким-то образом упорядочить движение, уйти от пробок. На выполнение работ потребовалось 3 дня. Укладывают 100 метров дорожного полотна. К вечеру планируют полностью укатать асфальт. И полосу можно использовать. Было принято решение и... Быстро нашелся у нас подрядчик. То есть работы начались позавчера, сегодня заканчиваем. В округе завершаются все запланированные работы по ремонту дорог на текущий год. Отремонтировали 44 участка. В стадии окончания – хлебозаводской проезд. Анна Слайковская, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.